извиняюсь. Честно говоря, вот не интересует меня сейчас вообще. Я понимаю вашу мотивацию. Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку для меня это дело, музыка будущего. Поэтому она не актуальна, вообще не актуальна. Было уже достаточно примеров в истории, там, где многое говорилось о поединках Майка Тайсона и Холлифилда в 91-м году, который не произошел. Поединок, который должен произойти в 91-м, не произошел. Поэтому не имеет значения говорить об этом. Деньги для меня никогда не были мотивацией. И никогда не будут мотивацией. Для меня мотивация – это мое эго. Да, чтобы его удовлетворить, нужно сделать очень много работы. Поэтому я над этим буду работать 4 мая. Поэтому наберитесь терпения, дождитесь. А 4 мая мы уже поговорим. Наверняка тоже будет 5 мая. Мы поздравим с Пасхой друг друга и поговорим, пообщаемся на тему поведения.